В ремонте акустика Свен от подписчика канала. Дефект: активная колонка не включается. Это типовая неисправность подобных колонок. Обычно дефект связан с выходом из строя сетевого трансформатора. Эту акустику уже пытались ремонтировать до меня и как раз таки приговорили к замене трансформатор. Он очень редко выходит из строя без возможности восстановления, поэтому стоит изучить его более детально. Извлекаю. Проблема в том, что в первичной, высоковольтной его обмотке появился обрыв. Происходит такое из-за срабатывания термопредохранителя, который располагается в районе ввода высоковольтных проводов. Вот так он выглядит. Чтобы восстановить трансформатор, достаточно установить новый предохранитель. Я использую обычный, без термозащиты. Номинал 1 ампер. Припаиваю его прямо к выводам старого предохранителя, чтобы лишний раз не трогать провода обмотки. Все же они достаточно легко повреждаются. Фиксирую на клей Т7000, проверяю сопротивление обмотки и устанавливаю трансформатор на свое место. После сборки тестирую колонку. Теперь она включается и работает.